Скажите, пожалуйста, вы пойдете на выборы? Да, пойду я на выборы. Я всегда хожу на выборы. Обязательно. Дело в том, что парламент у нас сейчас в данное время состоит так узкой как специальности. В основном там артисты и спортсмены. Все. Вот вопрос. Это наша гражданская позиция. Мы должны, обязаны. Как же? Конечно, нужно. Я считаю, что каждый человек должен все-таки сделать свой выбор, что для него лучше. Потому что в нынешнее время, сами видите, что в стране и вообще в других странах творится. Поэтому выбрать определенную партию, жить ими, их идеями, я считаю, это очень главное для человека. Я работаю учителем истории, поэтому гражданская позиция присутствует. Конечно, пойду обязательно. Ну, это мое мнение. Я буду голосовать не за кого. Всех буду вытеркивать, потому что это бесполезно, считаю. Ну, а как же, пойду, конечно. Как говорится, выборы – это наше будущее. Естественно, это будущее моих детей. Пойдем. Почему? Чтобы жизнь улучшалась. Поэтому и пойдем. Чтобы наша жизнь из года в год становилась краше и лучше. Чтобы для нас были условия, для наших детей условия улучшались. Ну, барости уляем. Думаю, что пойдем. Нужно пойти каждому. Почему? Потому что все в наших руках. И будущее мы выбираем сами. Конечно, каждый человек должен сделать свой выбор, чтобы за нас его не сделали.